Я всех приветствую в городе Генисепе, наших подрядчиков, исполнителей, наших партнеров, Еврохим, представители Еврохима. Сегодня мы встретились, чтобы обсудить, кстати, в этой стратегической сессии ту работу, которую компания ВИПС выполнила в части работы по мастер-плану, для того, чтобы генисепцы знали и понимали, что происходит, какие планы мы строим вместе с нашими коллегами, вместе с нашими партнерами, которые, слава Богу, у нас есть, с которыми мы надежно и уверенно будем двигаться вперед. Я очень благодарен, Александр Афанасьевич, вам, что вы сегодня здесь, Виктор Леонидович, что вы сегодня здесь, потому что мы не скрываем, говорим откровенно, мы рассчитываем, что именно с вашими компаниями, с вашими именами будет связано развитие в будущем города Кингисеппа, как его деловой части, жилищного строительства, промышленных предприятий в том числе. Город Кингисепп сегодня занимает одну из, наверное, лидирующих позиций в Ленинградской области, потому что в нашем районе, наш район сегодня является точкой роста Ленинградской области. Самые крупные инвестиции происходят в этом районе. Мы видим тенденцию, что к нам едут жить наш город с разных регионов Российской Федерации. И мы отметим здесь сегодня, на этой сессии, что мы крайне благодарны компании «Еврохим», что именно она проявила инициативу и предложила нам вместе с компанией «ВИПС» сделать мастер-план будущего города Кингисеппа. То есть за сленг причесать все, что построено десятилетиями до нас, до сегодняшнего времени в городе Кингисеппе, создать благоприятную, комфортную среду проживания для кингисеппцев и будущих проектов, которые будут развивать, в том числе компания ИПС и компания Роста Велокс, в этом будут принимать активное участие, на то они уже заявились, и есть конкретные направления развития этих компаний на нашей территории. Плюс наши планы муниципалитета, мы активно развиваемся, очень активно развиваемся. В основной сфере это, конечно, спорт. Мы, наши приоритеты в ближайшие годы, все исполнят планы по развитию спорта в Кингисеппском районе. Это создание детско-юношеских школ, что мы сделали по хоккею, построив совместно с Еврохимом, с Ленинградской областью, с Министерством спорта, ледовую арену. Что мы сейчас на пороге завершения аукциона по строительству плавательного бассейна 50-метрового. Мы создаем спортивное ядро в 7-м микрорайоне, в будущем это еще и ФОК. В наших планах после строительства плавательного бассейна мы строим административное здание для футболистов в парке Романовка. Мы создаем материально-техническую базу для биатлонистов, лыжников и так далее и тому подобное. То есть мы на следующий год Новоросского завершаем строительство ФОКа, реконструкцию большого современного ФОКа. Он тоже будет, наверное, такой хорошей визитной карточкой нашего города. И, конечно, это социальные объекты, это здравоохранение, образование, где мы ведем реконструкции, ремонты, доводим до состояния сегодняшнего времени этих требований и комфорта, и безопасности на объектах образования и здравоохранения. Все это мы делаем. Мы, компания ВИПС, занимаемся разработкой этого мастер-плана. Мы занимаемся уже некоторое время, провели исследования различные. То есть это были и социологические опросы, и мы работали и с документами, аудит территории. Наши специалисты проводили здесь много времени, и по результатам этих исследований мы подготовили некие комплексные предложения, которые лягут в основу мастер-плана, и сегодня мы приехали для того, чтобы широко обсудить эти предложения, чтобы каждый смог высказаться, и мы по возможности учтем все пожелания для того, чтобы доработать эти проекты, они стали максимально учли интересы всех, кто здесь живет, работает. План – это концепция стратегического планирования города, да, которая создает некую модель, как будет город развиваться во времени. На данном этапе мы прошли уже этап 1, на котором были собраны все исходные данные, и как раз вот принять для дальнейшей разработки уже деталировочных решений.
Безусловно, мастер-план – это немаловажный документ, это новая тенденция, новый документ, который позволяет посмотреть на город более комплексно. Особенно это важно для городов, которые уже сложились. Вот. И на первом этапе были проведены исследования по разным направлениям, да, то есть этими отчетами можно ознакомиться. Они более детальные, это и социологические, и градостроительные, исследования общественных пространств. Также были количественные социологические исследования, проведены, на основании которых мы выявили там, основные проблемы, сложившиеся в городе. Нами горизонт планирования мастер-плана предусматривает разработку предложений до 2050 года. До 2050 года мы прогнозируем прирост населения. На сегодняшний момент по статистическим данным население составляет 48 тысяч жителей. Рост населения будет обусловлен миграцией за счет развивающихся промышленных территорий, прилегающих это услуга, миграция из Ленинградской области и естественного роста населения и, соответственно, естественного убыли населения. Соответственно, основные этапы это 2030 год, когда будет количество жителей порядка 50 тысяч, и 2050 год, когда жителей будет уже 56 800 человек. Нами были выявлены, исходя из первого этапа, основные городские проблемы, которые мы разделили на 4 основных блока. Это социальные, инфраструктурные, градостроительные, экономические. И здесь они представлены в виде иерархии, в том числе, вот как они были сформированы. Как я уже говорил, основываясь на отчетном первом этапе, можно посмотреть приоритет этих проблем в городе. Ну, из инфраструктурных низкое качество воды, из градостроительных это недостаток территории там, для развития города, недостаток общественных пространств. То есть, из экономических это отток потенциально трудоспособного населения, там, тенденция спада некоторых производств. Там. На основании этих были сформированы как раз вот целевые установки качества города, то есть на каких основных трех позициях может город существовать, тем более сложившейся уже структурой. Первое, это естественно, город должен быть социально ориентирован. Для этого там предполагается основные критерии, как доступность спорта и досуга, доступность качественной медицины, образования, развитие там, локальной идентичности, и развитие местных сообществ. Город должен быть современным и комфортным. Соответственно, есть критерии, которые позволяют это сделать. Это и передвижение пешком, и многообразие вариантов передвижений, и многофункциональные застройки, и, соответственно, разнообразие этой застройки. Развитый малый бизнес. И, соответственно, бизнес должен взаимодействовать с сообществами. Основная концепция пространственного развития города основывается на этой диаграмме. То есть мы видим город, который в прошлом... Город в прошлом, да, имел регулярную структуру, имел меньший модуль улиц, имел меньший масштаб. Создание нового кластера, так называемого туристического, на базе существующей крепости, на базе существующего музея, поддержка его и развитие рядом с ним территории необходимой инфраструктуры как раз позволит создать исторический центр и позволит как раз благоустроить его и создать необходимое общественное пространство, которое могли быть связаны вместе с улицей Карла Маркса. Немаловажная цель этой концепции – это выражение городской идентичности, потому что вот нами в ходе социологических исследований были как раз выявлена такая особенность, что у города богатая история, но многие жители считают, что город был основан и его история началась с приходом фосфорита сюда, то есть в 60-е годы, то есть вот город и появился. Многие не знают, что там
о существовании Яма. Многие не знают истории Ямбурга. И, соответственно, вот эти вот мероприятия позволят как раз повысить городскую идентичность не только жителей, но и там, для туристов, и для вновь прибывающих. Недостаток общественных пространств был выявлен в ходе социологического обследования, был запрос на это сформулирован, был выявлен недостаток культурно-досуговой инфраструктуры, особенно для молодежи. Создание пешеходных маршрутов, это в том числе и безбарьерный доступ не только для пешеходов, но и для людей с ограниченными возможностями. Создание музеев асфальта, там, создание необходимой инфраструктуры, там, кафе, которые бы как раз поддерживали связанность этих пространств. Ну и, соответственно, здесь же на этой территории потребуется применение технологий, современных технологий в качестве там, технологий «Безопасный город». Это и тревожные кнопки, и камеры видеонаблюдения. То есть это все вот в комплексе с развитием общественных пространств. Следующая концепция касается благоустройства внутренних дворов. Нами были выявлены тоже некоторые проблемы, и в основном решение как раз заключается в том, как в существующих дворах могло бы происходить благоустройство. Причем благоустройство на разных уровнях и с разной долей участия. Потому что одна из проблем – это внутриквартальное межевание территории, размещение объектов для группы домов, для отдельных домов. Типология дворов нами выявлена. Соответственно, в каждом дворе, ну, в этой типологии, может развиваться там разные типы благоустройства, чтобы не было одинаковых, там, чтобы дворы могли быть насыщены не только хозяйственными площадками или площадками для отдыха, но и в том числе спортивными, возможно, создание уникальных дворов. Мы хотели бы в первую очередь включить жителей города в жизнь и в создание своего города, чтобы каждый житель имел не только потребность, но и нес некоторую ответственность за собственный двор, да, за то, что там было создано, в том числе и его руками. Прежде всего хотим обратить внимание, что прежде всего по результатам количественного социологического опроса более 60% населения отметили на проблему питьевой воды. Проблема водоснабжения, водоотведения является, наверное, среди всего всех сетей инженерного обеспечения самой такой болезненной темой. Хочу сразу же отметить, чем это прежде всего вызвано. Во-первых, водоочистные сооружения Сережина были построены в первую очередь в 1972 году и в вторую очередь в 1979 году. Технология чистки была принята одноступенчатая. Качество воды в Луге в тот момент было намного лучше. Вот. С тех пор сооружения практически имеют 80% износа. И дальнейшая эксплуатация, будем говорить, обеспечение населения водой гарантированного качества в соответствии всем санитарно-технологическим нормативам невозможно без их реконструкции. На данный момент качество водоотведения также не отвечает требуемым нормативам. Это хотел обратить внимание на вот самые такие основные темы по инженерной структуре. Кроме того, обращаю внимание, что среди 8 артезианских скважин в настоящий момент работают только 2 в Каскаловке. Остальные зарезервированы или закрыты прежде всего из-за физического износа насосного оборудования. Это основные проблемы. Соответственно, хочу отметить особенность инженерных структур. Данный сектор является, наверное, скажем так, наиболее затратным для администрации, для всего города. Разработаны схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, они утверждены, составлен график реализации этих мероприятий, вот, и эти мероприятия начинают реализовываться. В частности, пройдена проектная документация по реконструкции водоочистных сооружений, прошла экспертизу. В ближайшее время начнется процесс реконструкции водоочистных сооружений. Согласно данным Росприроднадзора, имеются большие запасы источников подземного водоснабжения. Это может являться
хорошим резервом водоснабжения гарантированного качества. Причем обратите внимание, что многие предприятия используют для водоснабжения своих предприятий артезианские скважины. Нужно в дальнейшем проводить целенаправленную работу по разведке запаса подземных вод. В настоящий момент Роспотребнадзором не согласован проект зон санитарной охраны первого и второго пояса водозабора Сережина и самих водочных сооружений. Это связано с тем, что в этой зоне находится садоводство, домовладение и так далее. И при существующей ситуации эту ситуацию решить нельзя. Поэтому мы предлагаем переместить водозабор за деревню Порхово выше по течению. Это обеспечит решение. Поясняем внимание, что это не проблема не в качестве, не в том плане, что выше по течению вода будет качественнее. Это связано с тем, что мы тогда обеспечим согласование в установленном порядке проекта и сможем обеспечить зону санитарной охраны. Кроме того, в пользу этого фактора говорит то, что в этом случае не требуется применение насосного оборудования, вода будет поступать, соответственно, в водочистное сооружение самотеком. Мы собираем, упаковываем проект и будем, очень надеемся, что в 2017 году мы начнем реализовать проект «Чистая вода» в городе Кингисеппе. Также у нас уже часть водовода сделана за счет региональных и наших средств. Будем продолжать строительство нового водовода. Одна треть у нас сделана, две трети еще надо делать. Поэтому тематика понятна. Вы не заострили внимание, или, может быть, в общем сказали, о ливневых очистных сооружениях. У нас вообще отсутствуют ливневые очистные сооружения. Ввести некий такой итог об этих концепциях. Мы подразумеваем, что мастер-план будет развиваться не одновременно, поэтапно, с приоритетами, с необходимыми ресурсами, которые есть у города. Поэтому здесь мы сейчас представим общее перечисление этих объектов, на которые вы можете обратить внимание, которые как раз позволят сформировать этот центр города. Проспект Карла Маркса с необходимыми пространствами, созданием необходимой коммерческой застройки, реконструкции автовокзала, это очень рядом с ним. Реконструкция вот самого автовокзала, создание и благоустройство бульвара на улице Октябрьской, благоустройство в небольшом количестве по улице Воровского, создание пешеходных маршрутов, в том числе и внутриквартальных скверов, которые поддержат эти маршруты, и благоустройство внутри дворовой территории. На этой схеме вы видите основные ключевые проекты. Это в первую очередь благоустройство набережной, создание музейной исторической зоны, благоустройство проспекта Карла Маркса, Октябрьской улицы и улицы Воровского, в том числе и вокзал. Сейчас вот детально мы про них расскажем. Под небом России течет величаво красавица луга река. Земля наших предков овеяна славой, судьбою дана на века.
слава в сердце, и лучше ее в мире нет. Ярче солнца гори, малой родины свет, ты нам вера, любовь и надежда. Расцветай, древний край, молодей Кингисепп, будь сильней и красивее, чем прежде. Гори, малой родины свет, ты нам вера, любовь и надежда. Расцветай, древний край, молодей Кингисепп, будь сильней и красивее, чем прежде. Расцветай, древний край, молодей Кингисепп. Расцветай, древний край, молодей Кингисепп. Сильней и красивей, чем